империя создал. Но чувствую, мы все равно до друзей не доживем. Не, ну иногда эти сферы, они расставлены так. Очень редко. Просто сомневаюсь, что мы на текущей карте доживем до спектра, чтобы еще чтобы из него выпала сфера, чтобы можно было призвать друзей. То есть, как бы, вероятность того, что мы будем пользоваться друзьями, маловероятно. Пользоваться друзьями звучит. Значит, вы можете продать своего друга. Хорошее название для сериала. Это самое сердце. А, кстати, да, Friendly Fire, проверьте. Есть, точно. Включи назад. Сервер есть? Да, 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 есть. Почему у нас уже, все очень весело. Почему сейчас не видно? Не знаю, ты одна ви, кстати, Лего, Лего. Блин, сколько? Сколько раз одна? У нас есть, кстати. Да нет, да. А, блядь, сверху МП. Пиздец какой-то. Я не знаю, как бы можно вообще выжить, ну. Послушайте, сразу бежит вперед. А нашел выход. Честно, если бы как-то, я бы, наверное, лучше бы с возрождением просто. Ох, ё! А мы с геймраном уже в безопасности. Относительно. Да. Тут это можно назвать безопасно. Что за фен? Пила! Кто хочет пилу? О, да, детка! Отойди отсюда нахрен! Я Робби не слышу, блин, за вас. Что, Робби? Неважно. Тебе не нужен Робби, тебе нужна пила. Ты присоединился уже? Нет, я скачиваю такую. Жестокость, брутальность. Меня уже убили. Мне не надо убили. Почему-то у меня поиск не находил, но в списке есть. Сервер. Да, не надо пользоваться, как я думал, форум. А то что? Все бы не супер. Я что-то там секер не очень. Ну и что происходит? Сейчас смотрим. Может, мы и баланс попробуем? Нет, ты сейчас не пошутил по поводу 500 монстров. Не уверен, что он сможет. Спасибо, надежу. Делайте, делайте ставки. Как это делать? Он кончится. Ставлю 100 рублей. Да ладно. Это шутка. Не, ну не, надо. Вот от чего я умру. Блин. Вот здесь я умер. Это была моя пила. Знаете, конечно, жопа. Это гранаты. Держите. Белые это что? Это что? Мне кажется, на этих картах лучше с возрождением. Нет, с возрождением это скучно. Можно на I'm too young to die, но без возрождения. Чё мы кибера слышу? Может, что-то здесь есть? Да, мы что? Прыгать нельзя, сука! Пинбит, ты это понимаешь? Я бы эти карты лучше бы прошел с возрождения. Ну снизи, да, снизи сложность там. Нет, пока что не надо. Пока что не надо. Надо. А что? Надо спать ложиться. А, ну... Ну, вообще... Первым заходом...
скорость решили не понижать? Градус понижать нельзя. Градус неадеквата. Вы понимаете, что означает руна? Да, конечно. Пизда пирана означает. Блин, меня съели. Почему бензопила? Почему бензопила накрыть? Блин, я серьезно говорю, ставьте рибаланс. Сложно сказать, да? Рибаланс. Сразу меньше, сразу на 100, на 100 монстров. Это вас не спасет. Да, вон он. Пиздец. Пиздец. Хорош. Не удалось. Не сбоку то. Не удалось защитить крышу. Сзади. Сверху. Сверху. Всюду! Козлы! А большую аптечку никто не хочет сказать? Где? Где? Всюду! Кстати, у нас тут остался Робби в живых, да? Нет. Другом. Да нет, ну только. Да нет. О, как другом? Барбекю. Не, ну я тут принял. Ребята, это другом. Я не знаю. При балансе можно сломать карту. При балансе реально проще контролируется. Это единственный его плюс. А потом это жопа, блин, багованный и сбалансированный. Ну, меня сейчас убьют. Да, меня убьют. Это цепь, спасибо. У меня нет. Не пиздец. Петили, нажми, баран. Это бензопила? В принципе, она там. Пулемет, ну хуй. Ура. Морально. Я слышал, была бензопила. Нет, пулемет. Я слышал, был пулемет. Сначала бензопила. Нет. Ставьте ли баланс. Вообще-то это покажи. Не могу на это смотреть. Поезд, что? Бля. Да, скоро. Что, блин? Убогая. Кстати, был бы... Кстати, был бы забавен. Был забавен бат, который... Где Чихард полностью. Первая карта этого бада была бы просто убегаем. Первая карта этого бага? Первая карта этого бага. Первая карта вада была бы про то, что мы убегаем от поезда на рельсы. Это же, Дейгюра и Джампейн. Там не убегаешь от поезда, там прыгаешь по нему. Ну еще живое! Оно шевелится? Нет.
Оно в кости. Оно в кости. Оно перекрестилось и больше не двигалось. Да. Перекрестилось. Разве ревенацы крестьяне? Они крестьяне. Они крестьяне. Они что, занимаются сельским хозяйством? Нет, они нет. Мутят. Это как тикон. Это как тикон. Тебе корм. Знаешь, костная мука — это очень хорошая вещь для растений. Нет растений. О, даже тикон это нет. Такая вот кость даст по роже, и сразу же очнешься. А другой же? Какого хрена он все еще жив? Посмотрим. Не знаю. Насколько далеко он сможет пройти. Смеешься? Это будет манкубус. Ну, смерть сделали. На первых теперь. Так случилось. Как будто их тут несколько. Кто его знает? Мы только одного пока видели. А, я видел двоих, а то и троих. Рут массовая жопа. Импов рвут просто. Я, чтобы эффективно их использовать, не доставить. Не особо они цели. Кто это бесправные существа? Низшая каста. Они как гречи в Warhammer 40 тысяч. Как кто? Это как гоблин. Да. Они у орков выполняют различные. И хотел в том числе использование их в качестве меча для игры в футбол. Мама, это было. Серкер! Это арч! Это намек! Это просто намек. Игра просто намекает. Ревенанты 5 штук. Угу. Вот это опять. Последний раз. Fuck yourself! Аж череп обозлился. Нифига себе! Ты смотри, Ревенант мстит! Он еще и дохнуть не хочет! Загорелся ненавистью к тебе! Блин, он какой-то сраный думер показал фак. Сраный думер. Он не должен идти безнаказанно. Не один раз. Remember, no Russia. Этих было пять. Карусель. Карусель. Специалист по карусели. Вот интересно, куда идет этот портал? Сейчас узнаю. Можем. Ладно. Запомни, все порталы ведут в ад. Беги, беги. Если ты портал. Откуда портал? Это может, это точно. Я помню, я здесь как раз упал. Был хитрый план. Не, он помнит то, что я здесь упал. Чё-то он молчит. Эмоции закончились. Ух ты, красиво, бездушный маску для убийств.
А, миниган. Это смотри, шипи. Миниган. Ну, понятно, о ком вы говорили. Руна, все можно писать. Нет, если руна, то все последовало. Там были ебучие импы. Демоны, которых можно... Они не ценят импов, но они убивают пехотинцев. Серьезно, ребята? Сука. Я только его скрутил. Как нет? Он очень больной, не придет. А как нет? А? Вы что, все умерли? Уже. Ну, я вспышу. А как так-то? Какая последняя версия? Я отказываюсь играть на этой карте. Пиздос пиздится. Я не люблю. Я не люблю карты по сюда. А, блин, скинул. Это интересно, но... Но синий. Это медленно. Когда монстров мертвых много, и они... Fuck yourself! Расставлены. Расставлены? Такое ощущение, будто бы твой труп обоссали. Fuck you, asshole! Обосрались и... Измазали в крови, обплевали, разорвали, обоссали. Ужас. И обмазываю с решением. В смысле? Она есть. Он стал на целом ракетинка по факту. Там вот. Угу. О, почти. Там, когда вот этот вот коридор прямо в крови какой-то. Первый же поворот налево, и там будет ракетинка по факту. Даже не присоединился. В общем, скинули баланс. Я провел баланс, как бы и не шутил с самого начала. Я тоже. Там монстр опасный. И чё? Реально, мне там комфортнее, мне там проще контролировать всю ситуацию. Там тебе пушек больше. Опаснее. Тебе там пушек больше. Может, выжарить всех сразу. Я еще один остался? Выебать всех берсерков. Ага. Или штормовая молния. Или сломать карту мага. Не, серьезно, Камерон, поставишь? Зачем мне это сделать? Вот еще одна ракетница. Правая кнопка работает тут. Все еще? Попробуй. А, ты забил таки? Я сейчас тоже жопу. Учись! Да блин!
торнадо это может быть А это ты с какой-то случайной версии взял или скопировал? Сквертлорда вроде не было с детектором. Это от Флаттера. Флаттер опять что-то испортил, короче. Может так точно быть? Так что там с репонацией? Как все думают? Ну, я сейчас просто не смогу толком прожить. Но я должен был баланс. Кстати, БРГ. Вот и. Я ее хочу. Смеш поставь. О, класс, ему показ. Ты ему факт показал, что ли? Да. Что ты как заметил? Не, ну ты. Что такого? Не, ничего не капал. Ничего не капал. Как бы на ситуацию это особо не влияет. Думаю, что влияет еще. Более что он что-то успокоится. Я заставлю его успокоиться. Да пизда ему. Это на мне? Нет. Ну, я на него уже ракет собил. Хер просто. Я понимаю, что у него что-то есть очень такое, но... Ракеты как бы тоже наносят прилично. А почему мини-кан? Ракет мало. На что? Не сбухнулся же его валить на самом деле. Дробовика. Ну в смысле? Закалывается? Нет. Плазма. Без плазмы. Ни хрена себе! Ну ты что думал? Вот это уже сильно. Так это землю. Fuck yourself! Ну серьезно, что такого? Ну показал я ему факт, ну. Так я ничего не говорю. Все нормально. Так и должно быть. И все успокойтесь, как ты убил. Вы рано радуетесь вообще-то, леди и джентльмены. Особенно леди. Ну, я больше про монстров, видишь? Ты показал, что ты, как говорится, босс. Правда, это странное удовольствие гулять в луже крови. А твой отец... Есть разные фетишисты. Да, на вроде инхелера. Я это что сказал? Вы ничего не слышали. Думаю, Инку больше бы понравилось. Почему? Какашка? Ну, все тут гранд-кора. Понимаешь, что они могут... Ты понимаешь, что у Канти могут петь про какашки, но... Не знаешь, что... Fuck yourself! Он долго живы бесит? Он кумбус отдал.
Почему я всегда забываю, что мы не сотрудники? Сколько осталось? Почему мне 53 масла? 55 и 595. Ну да. Так, ну, да. Учитывая то, что один из них это был кибердемон. И сюда, детка. Вот что, блин, вот чему меня Думарел научил. Крысить из-за угла. Ну а чё ты такой? Тактика просто эффективная. Целюсь в одного, попадаю в другого. Хорошо, что мне что-то сидел. Очень подозрительно напоминает. Да что я, короче. Все, это конец игры. Это конец нашей партии. Ты можешь... Тут прям под твой прицел приходит Робби. А я тут при чем? Бывают просто такие ситуации. Помнишь, в прошлом году тоже Драгон приготовил ракету, а ты там маячил перед ним. Так я же выжил. Потому что Драгон выпустил ракету. Вот и все. В чем проблема? Ситуация была опасная. Зато закончилось нормально. Возьми эту сферу. Не надо полагаться на авось. В другой реальности все могло произойти совершенно. Мы берем в этой реальности в данном случае. Как вы думаете, мне это нравится? Он такой дохлый. Ну что, он даже не бил. Видишь это? Вон там. Берсерк. Наша партия уже рунулась. Наша партия окончена, дубль 2. Не, ну если возьмешь урон, тогда это тот просто как... У меня уже есть Берсерк, другое дело, что это... Я его с руны взял. Кстати, тут Кибер, вроде, где-то. Где? Вот здесь. Есть здесь. Нет. Твою мать! Страшно же! Почему ты кулаками здесь? Ай, ай! Они сверху. Они, да. А вот и Кибер. Хеллоу! Good morning. Вы ведь в курсе то, что у меня показать факт поставлен на отдельную кнопку, которая прямо под большим пальцем находится. Ну и что? В смысле большим пальцем? Это большим пальцем, который у меня на мышке лежит. Это был РС. Я знаю, что это не баланс, собственно, баланс. Надо его больше поставить. Не, в балансе там больше, кстати, стоит. Просто это как-то нечестно, выстрелил. Как-то ничего, что я не знаю. В ребалансе... Я уже вылечил. Fuck you, asshole! Что ты?
Fuck yourself! А второй раз не работает. Вот. Ну тогда просто умри. Деградация из-за... Чё? Деградация... Пробить второе дно. Ауч. История игрушек не смотрел. Честно. Там раз это пробьётся. Во-первых, может это только в русском варианте, во-вторых, давно и неправда, и не все. Там разве такое поётся? Нет, но это кач-фраза Байдлайтера. Да. А, точно. Это не помню. Не-не, всё правильно. Ты вообще ничего не помнишь. Не, помню о чём оно. Типа ротацию я не помню. Это полуодни. Ааа. Не уверен тебе, подсилки. Можно ли успеть пробежать сверху, чтобы тут взять карточку? Теория? Как так хитро выебано. Ну, здесь, по-моему, не получится, а вот желтый может. Блин, мать! Fuck yourself! Fuck yourself! Чувствую, тут будет пиздец. Да не знаю. Потихо. Слишком подозрительно. Не, пока нормально. Что там? Мою мать! Сейчас обидно было. Нормально. Я его убил? Нет, он еще жив. Кулаками. Хрена себе, это что было? Молодец. Просто молодец. Это было обидно. Это реально обидно было. Ну что, это баланс? Ну, я на сегодня пост, наверное, уже. А вы попробуйте ребаланс, я потом посмотрю, что у вас там вышло из этого. Чувствую, будет не очень. Давайте одну-две партии ребаланс. Давай, я потом гляну.